Здравствуйте, рада видеть вас в нашем офисе. Расскажите, пожалуйста, что вас сюда привело и немножко о себе. Здравствуйте, меня зовут Айнура, я 82 года, гражданка Республики Кыргызстан. Моей дочери 10 лет, Зульфия зовут. Родилась я в 82 году в городе Ош, Киргизия, и решила начать жизнь с белого листа. Меня притесняли, я боялась за свою жизнь. Никто не мог нам помочь. Когда умерла мама, это вообще была последняя капля. И как бы я решила что-то поменять конкретно. Я очень много слышала о вашей компании, и хорошего, и плохого. Но точно знаю, что вы сможете нам помочь. Я написала в директ Илье в Инстаграм. Он мне сразу ответил на мое письмо, и сразу все закрутилось. Нас пригласили в Москву на подготовку, и уже совсем скоро мы едем в США. Давайте я вас немного введу в курс дела, расскажу, какие этапы подготовки нам предстоят перед вылетом в Мексику и в последующем уже в США. Отлично.